Всем добрый день. Мы с Дианой вышли. Вышли прогуляться. Диана опять в своей вызывающей помаде. Опять ее надела. Люблю людей злить. Ну, просто понимаете, эта камера так отражает. Она не настолько яркая, как вот она есть на самом деле. Но, конечно, Диана рассматривает другую помаду, это понятно, потому что ее закидали слишком тапками. Рассматривает, но пока еще не определилась с цветом. И, наверное, больше, как с маркой, что ли. Потому что дублировать вот эту фирму, что сейчас купили, то, что у нее, да, вызывающая, вы говорите. Но она очень дорогая, как бы сейчас не до таких помад. Надо что-то попроще. Вот, погода, конечно, у нас не фонтан. Вы видите, эти шкуры никак не удается снять. Это сегодня у нас уже... Да, уже 10... Восьмое? Восьмое. Короче, уже пол апреля прошло. Ни на минуту не сняли эти шкуры. Вообще, даже не было возможности. Один раз Диана пришла вечером и сказала, что типа, все, завтра иду в джинсовой куртке. А потом пошел дождь. На утро проснулась и опять эту шкуру надела, понимаете? Короче. А я очки ношу, потому что, я привыкла, у меня прям глаза так прям болеть начинают. Поэтому я очки всегда ношу и зимой, и летом. Но я вижу, что здесь люди как-то очень-очень мало, редко-редко в очках. Практически никого нет. Пока что зима. Ну и что? При чем тут зима? Это же очки не от зимы. Ну и ладно. Очки-то не от зимы, а от солнца. Поэтому... В общем, вот такие вот дела. Идем к Кайсери Мал. У меня английский никакой. Кайсери Мал. Кайсери Мал. Идем сейчас пройдемся. Да чисто, понимаете, просто так вышли. Какой просто так? Мы на скидки идем 20. Просто так я иду. А Дианка, он на скидке. А я ее веду на скидки. Поглазеть. Вот. Ну и все. Пойдем пройдемся. Потом я вечером планирую приготовить бюрек из ювки. Тоже хочу вам показать. Готовится просто. Я думаю, что многие знают, живущие в Турции, но... Но я его не готовила. Очень-очень много ела там по гостям. Вот одна из невесток постоянно его готовит. Тушен легкий. Тесто купил, чик-пык-шмык и забросил в духовку. Все. Я покажу, как это чик-пык-шмык. Надеюсь, сегодня буду делать. Дианусик, вот идет, понимаете, этот портфель. И я уличный. Нет, и уличный. И школьный. Я не люблю такие дела. Для меня должно быть разделение. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, есть сумка для улицы. I'm Russia. Слушай, я не знаю, что там за вот. Ты слышала? Да, я слышала. Я на английском. Я русский, я германин. Вот это то, что они только это и знают. Вот, и должна быть отдельная сумка для улицы, отдельная сумка для школы. Так же, как должна быть одежда домашняя, уличная и пижама. Это вообще не обсуждается. Мне в уличной одежде противно сидеть дома. Согласна. Но некоторые в домашней пижаме ложатся и спят. То есть, как бы, домашней здесь пижаме, это... Но они называют это пижамой. В домашней одежде спят. Она для них является и пижамой. Короче, правда, откуда люди идут? Заметь, одни деды. Наверное, вот из мечети. Диана, из мечети, что за вопрос? Только что развенело, мы сюда были в магазине. И вот 23 апреля, это День детей в Турции. На самом деле, это последний Дианин День детей в ее жизни. Потому что Диане скоро 18 лет. День детей еще она цепляет.
потому что ей 17 там с хвостиком. И вот я хочу купить ей какой-то рюкзак. Ну, не знаю, то, что я тебе показывала, Диана, послушай. Я тебе говорила купить мне хайлайтер в прошлом видео. Ты отказалась? Не то, чтобы отказалась. Ну, как бы я уже дарила тебе косметику. На какой-то. Это было? Я уже забыла. Ну, неважно. А вот рюкзак хотела. Я тебе показывала, блин, тогда. Они сейчас подорожали. Я не хочу такой. Купи мне другой. Какой? Я тебе покажу, пошли. Ну, покажи мне. Я прикину. Кстати, тот рюкзак, который ты мне показывала, я видела у одной девочки из моего любимого класса. И что? Что он у нее такой живой, настоящий. Как? Что он ходит? У меня много было к ней вопросов. Так слушай, он что, как у Даши путешественницы? Нет. Ходячий рюкзак? Нет, он красивый. Почему ты? Ну ты же сказала, что он живой. Ваня, я думала, ты не поверишь, потому что обычно здесь такое не покупают. Да прям там. Так серьезно не покупают? Ну, то был такой, короче, на скидках я там насмотрела, но он опять подорожал, поэтому пока что не катит. Потом будем искать удешевленные вещи. Ну и поскольку мы здесь ходим, уже вечереет. Тоже баклажан есть. Какие-то, короче, стенки заказали, не знаю, что это такое. Здесь, не знаю, как это... Мужик нам посоветовал. Как это есть? Диана? А, вилкой, короче, ты ешь, как... Это якобы хлеб является твоей тарелкой, да? Как это называется? Берлин? Берлин и слютовук. Слютовук, понятно? Ну, короче, сейчас посмотрим. Баклажан, кабачок, картошка, какие-то соусы, майонез, вы видите? И воду мы взяли запить, потому что там сладкое. Я не представляю, как можно вот с этой едой что-то еще сладкое запивать. В общем, что, походили, ничего, пришли ж. Притащили мою поясницу. Ну как, Диан? Все подряд, да, доложи. Острый соус тут есть, да? Острый соус, ну класс. Иди еще перекладывай. Да, вот еще и такие вот перчинки. Надо, кстати, это забрать моему мужу. Уже выбрасывать. Слушайте, ну это вообще. Вот такие бутерброды. Никто его не доел. Мы с Дианой по половине оставили. Ну, я, наверное, чуть меньше, чем половина. Позавернули он. Это невыносимо. Вот это все печет. Оно острое, блин. Но, ну, для меня, конечно, острое, ну, нормально. Не то, что прям там. Я тоже могу есть. А Диана прямо стала задыхаться. Короче, завернули все. Это невозможно съесть. Все, сейчас туда перейдем, там чаю выпьем. Вот, и все. И с этим пойдем. Красавица, да? О, господи. Господи. Вот, здесь людей как-то нету. Вообще никого. Видите, все пусто. Так что, вот так вот нарвались на такой бутерброд, блин. Кошмар. Я думала, что-то там... Он еще и стоит, знаешь, как бы недорого вообще. Ну да, и цена недорогая. Мы и думали, что там что-то маленькое. Пицца стоит столько, и это столько. Странно. Вообще. Короче. Ой, возвращаемся, слушайте. Особо ничего и, как говорится, и показывать было нечего. Лянь, отсвечивает уже. Потемнело. В Мигросе закупились. Да, в Мигросе, да. Да ну что, жрачку. Я же это, у меня же завтра по плану... Так, сейчас дорогу перейдем. Давай. Диана, стоп. Я чувствую, слышу автобус, этот, машина. Короче, у меня завтра по плану Моти. Моти. Ну, я до этого покупала. Типа Лор Пейнир. Да ничего, не типа Лор Пейнир. А, нет, не Лор, извините. Блин, как он называется? Лабне, блин, забыла. Вот. Ну, хочу ж не просто с лабне сделать, а хочу, чтобы начиночка какая-то была фруктовая. Посмотрела клубнику в 33 лиры. Ну, вот в Мигросе, да, выглядит как-то, ну, грустно. И платить 33 лиры за грустную клубнику. Грустную клубнику? Как-то не хочется. Потом, что еще там? Ну, апельсины. Мандарины, но оно все более как водянистое. Не хотелось, чтобы больше такого вот... Ну, чтобы не вода была. К
Короче, мы сошли с Дианой на персиках. Не на персиках, а на киви. На киви. Будем делать, короче, красные моти. С зеленой начинкой с киви. Ну, я планирую сейчас сделать конфитюру с киви. Шесть бабок, мам. Ой, блин. Давай сойдем. Вот. И завтра буду планирую. Очень хочу. Прям уже прям аж чувствую, какие на вкус. Да и вообще руки прям чешутся. Вот. Заняться этими мутями. Диана мне будет помогать, потому что у нее мама немножко это... Больная поясница. Поэтому, конечно, Диана помогает, что там говорить. У Дианки завтра еще немножко уборка будет. Ну, в общем, выходной. Воскресенье выходной, но... А у нас тоже такой шуршащий будет. Вот. И потом у меня по плану макароны. Буду делать макароны. Короче, хочу немножко отточить руку. Они очень безумно вкусные. Поэтому хочется радовать всех. По муке тоже, там, знаете, она хоть и дорогая, но ты же ее не используешь сразу килограмм, как обычную, там, какую-то плачу, в какие-то блинчики. Конечно, нет. Вот. Поэтому там по 150 грамм. По две партии макарон я делать не буду. Так что... А макароны я хочу, наверное, сделать, Диана, знаешь, какие тоже, то ли красные, потому что у нас краситель есть. И у нас есть какао, кофейные. Нет. И как раз у меня шоколад есть, шоколадный ганаш. Ну, будет класс, вообще супер. Так что присоединяйтесь, будем делать вместе. Буду вам показывать свои удачи и неудачи. И пока мы, слушайте, ходили-ходили, муж мой приготовил вот такой вот бюрек, который я вам обещала покажу, как он делается. Но немножко не в том тепсе сделал, поэтому он получился такой, ну, худенький, да? Я бы в том круглом, который Жанар подарила, сейчас покажу. Видите, у меня тут растет уже. И то, и сё, вон кастрюльки. Вот в этом тепсе. А оно бы было потолще. Ну что, тогда я вам покажу в следующий раз, как это делается. Видите, посуду помыл. И... А это кто? Минош. Куру молду? Нормально. Рюзгярым сидит. Короче, все, пришли. Ну вот вы видите, оба тут сидят, оба. Значит, этот зашел, рыжий. Что-то там это... В шкафу прячется. В шкафу прячется. И тут Минош пришел его поддержать. И они теперь тут оба сидят. Неизвестно зачем. Минош. Все, все. Занял твое место, видишь, дружочек? Занял, да? Вот такой Минош нехороший. Они с ним подружились, вы же видите, да, они вместе на кровати лежат. Ну, Минош, конечно же, добряк, поэтому здесь как бы сложностей не возникло. Они ознакомились и нормально. Но Рюзгяр нет, не хочет его принимать, да. Беглюль, рыжик. Ничего, ну, тяжело с Рюзгяром. Он боится просто Рюзгяра. Хотя Рюзгяр, ну как, немножко гоняет его, да? И поэтому он уже знает, что он его гонять будет и боится. А Миношек нет. Добрая душа. Все, ребятки, ты мой кот, и ты мой кот, и ты мой кот, да? Дианка подстригла всем когти. Все красавцы.